Привет, сегодня разберемся, что может предложить нам этот компактный холодильник Бирюса. Мы углубимся в его функционал, изучим особенности и выясним, так ли он хорош, как кажется на первый взгляд. Погнали! Его размеры довольно скромные, высота всего 49,2 см, ширина 47,2, а глубина 45 см. С весом в 15 кг его легко переместить по квартире, если вдруг захочется обновить интерьер. Цвет металлик придает ему современный и стильный вид, что позволяет вписаться практически в любой интерьер. Холодильник оборудован одной камерой, что подойдет для тех, кто не хранит большое количество продуктов. Механическое управление – классика, которая не подведет. А возможность перевешивания двери добавляет удобства в использовании, ведь теперь его можно адаптировать под любую планировку кухни. И не забывайте заглянуть в описание под видео, там вы найдете не только полезные ссылки на проверенные магазины, но и специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Общий объем устройства составляет 45 литров, из которых 42 литра отведено под холодильную камеру. Это идеально подходит для тех, кто живет один или часто не находится дома, но все же хочет иметь под рукой свежие продукты. Класс энергоэффективности А+ гарантирует, что холодильник будет потреблять мало электроэнергии, что не только экономит деньги, но и благоприятно влияет на окружающую среду. Максимальный уровень шума в 42 дБ означает, что он работает достаточно тихо, не создавая лишнего фона в быту. Он оснащен одним компрессором, что является стандартом для таких моделей. Хотя системы Full No Frost нет, что требует периодической разморозки, низкий суточный расход электроэнергии в 29 кВт-часа при температуре окружающего воздуха 24 градуса по Цельсию компенсирует этот момент. Температурный режим отделения для хранения свежих продуктов, который можно регулировать от 2 до 8 градусов по Цельсию, обеспечивает оптимальные условия для длительного сохранения продуктов. Все это делает рассматриваемый холодильник отличным выбором для малогабаритных квартир или в качестве дополнительного устройства на даче. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Специфичные шумы. Нужно размораживать. Нет лампы подсветки. Скользкие ножки. Плюсы. Вместительный. Хороший окрас. Низкий вес, малогабаритность, климатическое исполнение, цельная морозилка, хорошо охлаждает, регулируемые ножки, качественная сборка. Итак, мы подошли к концу нашего обзора. Надеюсь, он помог тебе сформировать мнение об этом холодильнике. Не забудь проверить описание под видео, там тебя ждут полезные ссылки и скидочный промокод, который сделает покупку еще выгоднее. Мне было бы интересно узнать твое мнение об этой модели, так что пиши в комментариях, что думаешь. И, конечно, если тебе нравятся такие обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это лучший способ поддержать меня и мотивировать на создание новых видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале!